Всем приветик, любители аквариумов и рыбок. Ой, сегодня я вам покажу, как я отставлю водичку для того, чтобы полностью менять воду. Получается, в одном аквариуме с моим прекрасным, красивым фениксом. И в другом аквариуме уже тоже вода такая, как сказать, стала зеленоватая, ну немножечко просто так вам не видно. Но уже я так думаю, что надо освежать. Видите, налет на домике зеленый пошел. Вот. Значит, как я делаю? Я беру обычную водичку из-под крана. В 5-литровую бутыль набираю. Вот в какую-нибудь емкость. И отстаиваю дня 2. Добавляю туда перекись водорода немножечко. И когда рыбок я буду пересаживать, я вам покажу, кстати, как я их пересаживаю. Уже у меня там было одно видео. Вот. Я начинаю полностью мыть баночки. И в них все ракушки, камешки. Прополаскивать хорошо. И заливать новую водичку туда. Потом пересаживать рыбок. Поэтому вот этим мы с вами и займемся. А пока моя водичка отстаивается.